Все хранится, самое главное. Полчаса я убивала, блин. Дай. Надеюсь, тут не будет врагов больше. Маски, гребаные воины, блин. Костер. Еще моя любимая. О, как ты хорошо теперь у меня. О, здоровье плюс 150. Боль плюс 15. Для воспламенения вызваны. Это снизить воспламенение. Иммунитет к ослеплению. У нас есть что у нас? Траты энергии. Если я отравился эликсиром, все эффекты. Единица глушения. Телег, что у нас? Угол 70 градусов вызывает нокдаун. Страх. Игни, сделан уже. Это сделан, быстро сделан. Руководитель сделан. Повреждение. Серебряный групповой тоже. Серебряный. Так, теперь что с эликсирами? Конечно, у нас же нету ничего. Мечта дракона. Сердце Кощея особо. Угу. Давай хотя бы 2 часа сделаем. 2 часа хотя бы поспим. Хоть восстановим ХП полностью. Ох, я даже не знаю, сколько нам еще проходить. Я уже не хочу Ведьмака играть второго. Кстати, я не посмотрел. А, да, я полностью восстановился. Ладно. Идем на правую сторону, а не на левую. Хотим, не хотим, мы идем, нифиг, идем к ней.
Тю-тю. Что у него там есть? Все быстро, ладно, если что пригодится. О, еще одну, кстати, можно поставить, значит. Медленно, ну спасибо. Хороший, я тебя подумал. Давай, все, отлично, отлично. Молодцы какие. Какой-то новый алхимический элемент, который у нас тоже не явился, но зачем, мы так и не знаем. Нам сюда, в лабораторию. Лаборатория, то есть тот чемодан, отлично. Камень топор, ну конечно, нам же камень топор точно надо. Сейчас посмотрим, что мы, может, чемоданчики что-нибудь есть, может скрафтить, может что-нибудь. Ну и кто ты, и что тебе надо? Где ты? Ты меня раздражаешь. К тому же ты изрубил моего Кощея. Труд долгих лет. Придется решить вопрос более традиционными методами. Жду не дождусь. Ой-ой-ой, какие угрозы! Где ты этим театральным штучкам научился? Я тебя предупреждал. Не мочись против ветра. Ничем хорошим это не кончится. Много болтаешь. Испугался? В этот раз ты помочился против торнадо. Убить его! Рейзер мутант. Yeah.
Да нафиг мне вообще нужны оружие, у меня огонь самая сильная вещь. А, надо еще вовремя успеть. Давай, побежали туда, кружок. Что, воспламенения не было? Не попал почему-то, ладно. Я бы его побил, но, блин, у меня хилок нет вообще никак. Представляю, что я сейчас с вами сделаю. Так, какой нафиг пирамеч? Давай быстрее доставай, пошли, его сейчас разнесем быстро. Что ли огнем пользоваться? Что интересно еще предмет можно? Так, подожди 3 секунды. Ну так, теперь продолжим его мучить. Гера.
У меня к тебе выгодное предложение. Их всех убить. Давай мы согласимся с этим вариантом. И скушаем рыбку еще. Дров. Что нам нужно для победы, а? Как ты меня раздражаешь уже. Так, надо их разделить. Надо, чтобы один пришел ко мне, а один тут остался. А, блин. Старые стратегии везде, глядя в нем. Сколько я буду, дофига у вас какая? Нафиг сейчас чисто огонь включу. Что за хрень? Кто тут провал оказался? Нам прям туда идти еще с этим сражаться монстром. Я забыл нажать кнопку. Мое любимое оружие. Он, кстати, все равно площадь не бьет. А, площадь же я же другой качал на площадь, блин. В первую очередь теперь надо качать огонь, потому что огонь это офигенная вещь. Только-то примерно. Если поджигать, потом их немного убить, а потом опять свалить. Хотя бы так, какой вариант. Это хрень, она не меня тупик заставили попасть. Блин. Я кнопки перепутал.
кровопотери, огонек, еще следующий. Блин. Опа. Больно, 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 больно. Они очень быстро идут друг к другу. Если ударит один, ударит второй. Мне это не надо. Сейчас двоих задел, отлично. Все равно мало урона. Вот он так отхилюсь, я... Только бы дожить бы, а. Половина хп. Тоже надо еще меньше. Потому что вырубать я их могу только уже, когда там четверть остается. Все жарче, да? Вам тепло стало, да? Мечтался. Мне проще бы на нем расстрелять их полным. Да-да-да, ем. Не, по идее, я должен сейчас выбить одного спокойно, вот этого, который идет за мной. Теперь хотя бы так можно похилить, чуть-чуть, потихоньку. Как-то боялся ему, что вдруг не придет. Уж ни хрена никто не придет. Рано. Так, мутант, привет. Отлично, давай, руби его тоже. Фу. Да ладно, серьезно? Ты решил в этот момент меня вызвать, да? Твой ход, Евет. Я уже давно понял, что могу рассчитывать только на самого себя. Прежде чем я убью тебя, ты должен знать. Хорошо вооруженный отряд перебьет всех раненых в госпитале, а эту рыжую суку заставит смотреть. А после того, как они ее изнасилуют, она захочет умереть. Но будет слишком поздно. Мы ей дадим мутагенов и посмотрим, что получится. Что скажешь, ведьмак? Все так же равнодушен? Ты блефуешь. Ты подослал ко мне убийц, говорил красивые слова, угрожал убить меня. На деле ты до смерти боишься и оттягиваешь неизбежное. Аллар Зархбин Талла! Офигенно. Амулет Берингара?
У тебя амулет Берингара? Да. Проблемы? Ты меня ослабил. Но ты все равно умрешь. Напрасный поединок. Напрасная смерть. Не получилось ничего хорошего. Почти ничего. Не знаю, где Берингар раздобыл этот медальон. Может, хотел выступить против Юведа? Может, договоримся, не, друг? Фига, эй. У меня нет ни хилок, ничего, блин. Чё ты хочешь от меня, чтобы я его убил, блин? Да не тупи, давай беги быстрее. Да чё за хрень, почему у меня висит? Меня просто ставит на месте и всё. А ему сейчас пофиг стало. Он же огненный, конечно. Чем ты меня отстрелил? Сохранений, да, не было полюбасов.